Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Ожидается, что участники заседания рассмотрят 12 вопросов торгово-экономического взаимодействия в рамках Содружества, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество. Ранее в столицу Туркменистана для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ прилетел глава Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.